Не знаю, по-моему, нормальный аромат, ничего не тухнет. Ну, уже отсюда смердит на самом деле. Да, вообще нормально. Фу. Мама говорит, что пахнет противно. По-моему, нормально пахнет. Я говорю, как коты. Мне вкусно пахнет. Ну, нормальный запах. Ну да, трохи котами. Вообще такой. Да. Прям вот эти внутренности едутся. Так там вообще-то вообще не вскрывай. Фигня какая-то. Не осталось. Мама, хочешь? Явно эту штуку есть не надо. Да. Банан тут вкусный. Да, это штука. Ой. Зародыш. Реально грибы какие-то, слушай. Пахнет как омлет какой-то. Ой. Ну, нормально пахнет. Очень маленький. Очень маленький. Вы просто нос туда совываете. Отойдите на метр, и вы поймете, как пахнет. Знаешь что? Оно пахнет омлетом протухшим, но на вкус сладенько. Теперь понятно, почему в ряде стран едят протухшие яйца. Если так воняют фрукты, то, наверное, протухшее яйцо на этом фоне просто класс. Противник, сюда не надо, я свой скутер заблею. А тут какао, не хочу. Надо раскушать, как эти самые, как оливки. То есть сначала невкусно, а потом привыкаешь, да. И хочется все время еще и еще. Я жду момента, когда настанет тот час, когда как маслины хочется еще и еще. А он все не наступает. Может, он наступит, когда будет хотеться еще. Ты хочешь это поставить в холодильник? Чтоб сало провоняло? Нет, не надо портить продукты. 200 бат за килограмм. Не пропадать добро. Я понимаю. Как маслины, да, маленькими порциями, по чуть-чуть. Раз. Чуть-чуть грызанул, и получаешь удовольствие. Попробуй его. Я пробую. Вкус приходит во время еды. Ну что ты нюхаешь? Действительно, а чего нюхать, что ты ешь? Нормально? Вот есть яйца, пожаренные с луком, с большим количеством. Понюхай, будет близко. Мозги. Воняет, наверное, так же, как... Ну, я же тебе сказал, что воняет, как яйцо с луком пожаренным. Ну и немножко котом. Там мотоцикл. На тот балкон иди. На тот балкон. Там мотоцикл. Мотоцикл там. На другой балкон. Для того, чтобы быть стройным, завтрак вышел. Это тот самый жир, этот калорий сжигающий фрукт, да? Да, это сжигающий всю еду фрукт. Обустошается полностью пищевод. Да, еще кусочек. Не надо так шутить. Мы пакетик положим, два пакетика. Давайте дяде Васе на день рождения такой привезем. Плотно. И с собой в ресторан возьмем. Да. Выливать весь ресторан. Весь горосполком, весь ресторан. Пускай знают, сволочи. И потом на онлайнере статья будет. Как на 30% коммунал. Не, надо вот прям в виде фрукта привезти. Да.
цельного, чтобы непонятно было, что это блевотина. Отравишь пилотов. Вообще запрещено. Даже в кинотеатре запрещено носить. Даже? Представляешь? Да, если ну, будет блевать. Вакуумно поназавязывать. Весь кинотеатр. Слышь, вакуумно поназавязывать и спрятать среди ананасов. Для ананасов тоже нельзя. В багаже, наверное, можно. Вообще, это фрукт для русских. У нас бы, представляешь, как это зашло классно. Сколько бы детей притянуло в кинотеатр, в школу. Не надо в МЧС звонить, заявлять о взрыве. Принес один дурьян. И уже блюет вся школа.